Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. И сегодня я хочу сказать, что такое airdrop и что такое баунти. Вы, наверное, заметили, что я уже, как бы, у меня есть несколько видео, что я регистрируюсь в airdrop'ах всевозможных. У меня не так их много, но все-таки. Значит, что такое airdrop? Это бесплатная раздача монет в знак благодарности за то, что вы обратили внимание на крипту. Разработчик просит за это зарегистрироваться или что-то другое, что не занимает особых затрат времени. Зачем же разработчики раздавать монеты? Все просто. Реклама, двигатель торговли, желающий получать халяву моментально разносит информацию по сети. Так было, есть и будет. А баунти, по большинству счет, отличается только тем, что здесь халявная раздача происходит за более кропотливо проделанную работу. Лайки, посты, репосты и ретвиты. Перевод статей и еще кучу всевозможных заданий. И чем больше вы их выполняете, тем больше криптовалюты получаете. Вот. Какая-то монета выстрелит, какая-то не выстрелит. Ну, что, возможно, нам что-то заплатят, да, мы получим монеты. Возможно, нам не дадут монеты. Но мы сюда ничего, вот, в airdrop не вкладываем. Работаем только без вложений. И при работе с airdrop нам нужен вот такой вот кошелек. Мой интервалет. Какие-то монетки платят. Вот сюда, вот ваш, когда зарегистрируетесь, вот это ваш будет номер кошелька. Так же, как и вот это. Они одинаковые. Чтобы посмотреть, платит вам, как бы, да, монеты заплатили или нет, вот здесь вот история транзакций. Вот это нажимаем на токенс. И нас перебрасывает на страничку, где мы можем видеть, что нам заплатили, как бы, да, токены, где мы регистрируем. Вот мне заплатили, моя транзакция, вот уже 800 монет мне дали BCG, вот, и Lina токен, 15 Lina мне дали. Вот. Такой вот... Нужно еще обязательно присоединяться, как бы, в группе Telegram. Но так как в России Telegram заблокирован, я, как бы, вот у меня стоит вот такая вот прокси. Как бы, вот, нажать вот на эту синюю Telegram, как бы, да, значок на синий. И вам автоматически настроится Telegram. Вот. Это все с расширением. У меня стоит расширение BravSec. Без расширения этого ничего не будет. Так что хотите присоединяться, пожалуйста, присоединяйтесь. Я только начала. Как бы это все надо мониторить, это все надо изучать, эти монеты потом продавать на бирже. Я это все, как бы, ну, я вот занялась, да, этим. Я все буду постепенно изучать и делать видеообзоры по возможности. Вот. Ну что, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываемся подписываться на канал. Пока-пока.